Дальше там на следующем участке, на 8-м, правый 3 на мост, а мост сужается, поэтому правый 3 надо написать сужение на мост. Иначе там очень перила жесткие, могут быть, ну, сложности. Правый 3 опасно. Раллийные пилоты как будто сошли с экранов голливудских блокбастеров. На огромной скорости летят по трассе, выруливают из опасных поворотов, а из уст штурмана регулярно звучат зачастую совершенно непонятные фразы. Обычные слова нашего языка приобретают у них по 2 или 3 значения, в курсе которых только они сами. Это раллийная база Лесотехнической академии. Команда ЛТА со своей 40-летней легендарной историей до сих пор остается ведущей в Петербурге. Многократный призер России Дмитрий Воронов выступал за родную конюшню, еще будучи студентом, а сейчас он – действующий пилот команды «Лада». В семье Вороновых 3 раллийщика – отец Сергей и Владимир, старший брат Дмитрия. Поэтому с секретами гоночного языка наш собеседник знаком с самого детства. Во время гонки, допустим, звучит это вот так вот. Мы стартовали, да, основное соревнование происходит на допах, дополнительные соревновательные участки. То есть все, что до него и после, это просто переезд. Там, мы называем это перегон, да, вот тоже из сленга такой. А, то есть для нас перегон – это обычная дорога, мы едем по правилам дорожного движения, не нарушаем, там, приезжаем в зону сервиса, там, допустим, у нас написано там, «заезд в сервис». Мы заезжаем в сервис, машину там механики осматривают, что здесь чинить, если сломано, но все это можно сломать только вот на этих допах. На этих допах и происходит вся наша гоночная жизнь, можно так сказать. Мы записываем все, что мы видим. То есть дорога прямая, допустим, она прямая 50 метров, мы это пишем 50. Да, у нас даже, да, мы целые тетрадки используем, и не хватает порой одной тетради там большой, чтобы записать там 100 километров пути, потому что вот я написал, да, вот увидел поворот. Если он такой средней закрученности, скажем так, он будет левый 2. То есть это дорога уходит налево, а 2 – это его сложность, она же градация. Правый 2 круто, через горку левый 1, 50. Внимание! Левый 2, правый 2 через горку, 20, левый 5 на мост. В ногу, кстати, да, отступление – это когда штурман начинает в ногу, это значит, вот он не на несколько позиций вперед диктует, а прямо вот, что вот сейчас будет поворот, он только успевает сказать, и я успеваю все сделать для того, чтобы попасть туда. Ретардер. Ретардер – это когда искусственное замедление происходит. Трасса очень быстрая, и чтобы скорость не была очень большой, потому что у нас все-таки есть некоторые требования безопасности. И ретардер, он должен замедлить машину безопасно. То есть это обычно ставится покрышки на дороге, это на ознакомлении уже лежит, или указано в дорожной книге очень четко, где они будут лежать, эти покрышки, или конуса, или небольшие кучи с песком. Да, когда мы вылетаем с трассы, все-таки это следствие серьезной ошибки. Это называется убор, да, то есть там гонщик это обсуждает, да, у него там убор был на, в середине допа, в левом 5, да, чтобы совсем непонятно было. Вот, например, вот эта машина, я ехал в финальный этап чемпионата Эстонии на острове Сарема, у меня там убор произошел на морском допе, это спецучасток вдоль моря Балтийского, дорога сделана еще там советскими военными, там всякие оборонительные были строения сделаны, и вот мы там красиво убрались. Правый 3 круто, через горку, на левый 2 круто. Через горку, на левый 2 круто. В русском нет такого слова, которое бы обозначало хорошее сцепление или плохое сцепление с дорогой, чтобы это одним словом было, да, быстро. И как бы его говорят держак обычно, держак пропал, держак плохой. То есть, да, это как держится машина, как колеса держат, да, трассу.
Но оно тоже не всегда понятно, не всегда легко произносимо, и такое несколько звучит, может быть, не так красиво, как хотелось бы. И недавно вот появилось, стали все чаще и чаще использовать слово грип, да, на английском грип, это вот как раз вот это вот сцепление, да, зацеп. И там говорит, мало грипа. По телефону, например, объясняют дорогу, да, как проехать там куда-нибудь, там, на дачу, к дому, там, к квартире. И я, ну, там, знаю человека, если он даже там, не профессиональный гонщик, а просто там, зритель или там, любит автоспорт, или любитель. И иногда некоторые объясняют, там будет, говорят по телефону, 100, правый 2, там, через подброс такой. О, да, сразу вижу, понятно, куда ехать. Поэтому мы ездим, да, это очень такое довольно снаружи, как кажешься, или на камере опасная, безбашенная, может быть, езда, но на самом деле это спорт очень точный, очень высокой организации.